знаем, как с ней поступать. И вообще. Вообще. Но... Что? Удивительно, можно достать оружие в воде. Но ненадолго это счастье. Еще мы не знаем. Не знаем. Так сложно все. Мы прям не знаем. Бух, ой. Здесь точки показывают, что можно взаимодействовать с предметом. Подходишь к точке, нажимаешь на Е и, о чудо, собираешь ресурсы или всякие там ресурсы. Ой, это что? Это к нам подплыла, как ее, акула или что, или куда. О, ничего не всплывает. А, вот обломки кораблекрушения. А где акула? Показать цели. А, вот. Вот это что? А, это кит, по-моему. Он прилетел на подмогу. Справиться с акулой поможет нам. О, а здесь желтенькая, а вот здесь вот, ой, красненькая. Хочется убить акулу, находясь в безопасности. О, что это такое? А, мы здесь дяденьку убили. Ой, ужас какой. А он до сих пор тухнет. И никто его не это, не того. Мы подстереглись, подкрались к нему. Мы к нему подкрались и немножко убили.
Этот дяденька воспринимается как опасность. Скорее всего, трупик этот. Может, он еще жив? Займемся в следующий раз. Интересно, здесь тоже можно будет легко, так легко, весело забраться на корабль, всех перебить и... и ничего. Вот про пиратов, когда играли, забирались на огромный корабль, перебьем всю команду, а потом один выстрел из пушки и корабль взрывается. Такой ужас. Может, там какие-нибудь драгоценности. Скорее в Скайриме хорошо. Рыбу-убийцу можно угробить, когда она выскакивает на берег и становится беспомощной. А так она все время нас убивала. Еще с Моровинда. Здесь кто-то пикник устроил. Не спите на камнях. Можете помереть в море особенно. Моменто море. Их нечем поживиться. Хоть пяточки. Может пойти окунуться. Вот как оказывается здесь все интерактивно. И опять здоровенький. Одно только хорошо, что в самом жутком режиме по сложности здоровье восстанавливается само по себе. Не нужно кушать всякие зелья для этого. Мы не любим колбы с собой таскать. О, поселение какое-то. Сейчас нас будут там убивать, грабить, как обычно. Или как необычно. Козел. Козлы нам дают мягкую кожу. Мягенькую. А мясо не дают почему-то. Жадины. Но мягкую кожу они дают только в том случае, если мы их убьем. Найдена новая область. Деревня, чего-то такое. Деревня. Ой, мародерство здесь. Небось. Сейчас будут убивать нас опять. Ой, нам доктор категорически запретил расстрел. Опаньки. Вот, я же говорил, что вот эти точечки обозначают... Глиняная чашка. Что с этим можно взаимодействовать? Драхмы. И драхмы. Ну ладно. Вот мародерствуем.
что делать? Бедность поражает всегда в этих в РПГ. Это такой ужас. Прям погибаем без денежек. Гражданочка. О боги, что здесь произошло? Гражданочка, да. Бедность главных героев в РПГ чудовищна. Подмечены у России. Работающие нищие. Феномен России и РПГ. Интересно, что в Твиттере хэштег РПГ не относится к ролевым играм, а наоборот. Вопросики какие-то возникают. Что он бегает как-то не так он бегает. Что он в растопырку бегает? Разве люди так бегают в растопырку? Что-то грабить-то особенно нечего. Грабить, убивать некого. Воровать нечего. Так и живем. А здесь нет вопросиков. Но есть козлы. Главное, везде день, солнышко, а там все того, этого. О, как быстро он срубил дерево. А там, а здесь, ой, ну все, это два, это я так понимаю, уровень нашего дорогого, как его, дорогого чего, все, он к нам интерес потерял, и не потерял, потерял, уровень врага. Сейчас нас убьют. Мягкая кожа. Ой, зараза. Все. Как он внезапно прямо со спины. Жалко. Вот что наша жизнь.
неинтересно. Тогда... А, вот. Вот у нас в правом верхнем углу единичка этого первого уровня. А блок второго. Ему, наверное, уже не помочь. Надо пульс проверить. Поджигать в этот раз мы себя не будем. Почему-то единичка, то есть не единичка, точка какая-то у него тоже над орлом висит, точка. Зачем она висит над орлом, непонятно. О, надо туда идти, где восклицательный знак. Там сюжет у нас, наверное. Сюжетная линия. Скорее бы пройти в сюжет и отправиться в свободное плавание. Мужчина, мирный житель. А может не сюжет, может это квест. Опять нажимаем В. И ничего. Не, нам-то просто приятно гулять по... Z это постоянное движение. Нам приятно просто гулять по Греции родной. Просто гулять. По просто Греции. Возьми хотя бы щит себе. Или вот этот вот, как его, ну эти, как его, как же его, шлемы, копья. Взял бы. Ну почему так все несправедливо в РПГ? Все собрать и продать на рынке. И наконец-то разбогатеть. Хотя бы в игре. Но нифига. Нифигулечки. Кулечки за какулечки. А здесь нет восклицательного знака. Нам вроде бы нужно куда-то туда, к Зевсу идти. А это кто? Это тетенька голая. Голая тетенька. Полуголая. К ноге. И что такое? Опять щит валяется. Щит, щит. Ну, видит, что больной человек.
И тетечка. Какая разруха здесь у нас в Греции. Жуть. Драхмы. Бесполезно собирать, потому что все равно убьют скоро. Забыли, как нам. Их двое. Ой, ну все. Все. Лучник. Нужно было проверить, можно сбежать от бандита или нет. Героически сбежать. Это ужас. Опять все сначала.
Собака нас должна почуять.
ящик нам потерял интерес. Больной ослик. Красная точка, это можно украсть что-то, наверное. Да, о, и чего это такое, неизвестно. Непонятно, что там лежит.
подкрыть надо это самое. Ай! Я стучиться негде. Ну ладно, сгорим тогда заживо. Нет, не сгорели. Забрать. Это что? Трахва. Это трахва. А это у нас песик. Зачем нам его освобождать? Непонятно. Чтобы он нас съел, что ли? А спасаться бегством мы сможем. Может, я правильно тогда дяденьку убил? Внезапная атака F. Внезапное убийство. Здесь нельзя. Дурдом. Конечно, никто не мешает уменьшить сложность игры. Опять куда-то делось. Это самое. Как ее? Куда-то делось. Сайт.
нас это самое, колесико мыши не действует. А здесь невозможно по-другому листать. Вот так вот нельзя. Ой, все как коряво сделано. Менять управление. Какая сволочь этот придумал.
Ура! Красиво? Да. Красиво. Прошлый закон.